Дети – наше будущее, и заботиться о них нужно постоянно, уже с самого раннего возраста. Об этом не забывают в Славянском районе. Не секрет, что в последние годы по причине роста рождаемости возник дефицит мест в детских садах. Эта проблема актуальна и для Славянского района. Ее решение администрация муниципалитета видит в строительстве новых детских садов и в расширении уже имеющихся. Работы ведутся по обоим этим направлениям. В настоящее время в центре внимания главы Славянского района строительство пристроек в нескольких детских садах, что позволит создать 140 новых мест для малышей. Роман Синеговский с представителями всех заинтересованных служб проинспектировал ход работ в 17-м детском саду, где будет возведен корпус для двух ясельных групп. Времени для намеченного строительства достаточно, но расслабляться не стоит, поскольку сделать предстоит много, подчеркнул глава района. Я просто к чему? Время есть, но его немного. Согласен? Да. Плиты перекрытия положили, и можешь в рамках разумного там совмещать процесс. Правильно? Ну и сразу значит, будем навесы делать. Со своей стороны пригласили мы проектировщика на авторский надзор, приехал на объект, он согласился сопровождать проект, все без проблем. И в первом детском саду будет построено помещение для самых младших детей. Глава района осмотрел место строительства и задал ряд уточняющих вопросов. Также он обратил внимание на старое здание детского сада, которое нуждается в ремонте, что и будет сделано. Продолжился объезд на стадионе имени Николая Петровича Бурлаки, который активно благоустраивается, и где будет построен зал единоборств, отвечающий самым современным требованиям. Будет также возведена пристройка для ясельной группы на площадке 41-го детского сада в поселке Совхозном. Глава Славянского района проконтролировал ход идущего строительства, обратив внимание на необходимость соблюдения высокого качества и своевременности всех работ. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».